Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, у нас три новых задания. Нанесите 30 единиц урона растениям-героям. Так, нанесите 20 единиц урона ржавым разрядом. И опять же, нанести 5 единиц урона героям, используя карты прочерк. Прочерк. Ну что, давай попробуем, наверное, ржавым разрядом для начала побаловаться. Где у меня ржавый разряд? Вот он. Я, пожалуй, оставлю вот именно пробную. Насколько ты помнишь, это у нас спортивная колода. И вот сейчас интересно мне посмотреть, получится ли у нас разобрать вот этого Бонгчоя при помощи нашей вот этой колоды. Пока пропустим. Можно было бы, конечно, выставить охранника. Но что-то я как-то не рискну. Так, он тоже ничего не делает. Интересно. Очень интересно. Если я сейчас... Нет, я, наверное, я пропускаю. Мне нужно 3 энергии, чтобы поставить стражника и прикрыть его. Понимаешь, да, о чем я? Так, он тоже раздумывает. Все-таки он не выдержал. Он поставил орех. Ладно. Что мы тогда будем делать? Что мы тогда будем делать? А вот я даже и не знаю, друзья, что мы будем сейчас делать. Давай я вот так поставлю. Просто мне интересно знать, что он будет делать. Или бонус на атаку, или неуязвимость. Что у него там еще есть? Слушай, ну как вариант. Как вариант, ребята. Потратил, да? Опять же мне пока... Ага, вон у меня что есть. У меня есть валун, друзья мои. Если я пропущу ход, раздавлю его валуном, и больше... Ага, нет, нет. Тогда нам придется вот этого парня давить. Поехали. Так, у нас 13 хп, и уже, ребята, довольно серьезные обороты у нас тут получается. Уничтожает. Зато мы знаем, что у него была бомба. Сейчас посмотрим, кто у нас тут появится. Неплохо. Очень даже неплохо. Так. Ну, давай сделаю вот так вот. Я могу валуном, в принципе, разбомбить. И что он делает? Ну давай сделаем тогда. Ну да, сделаем вот так вот. Поехали. Пропускаем ход. Так, ну что, мы можем... О, даже как. О, даже как у него. Так, ребят, ну что, сюда и сюда, да, получается? Или как нам лучше сделать? Давай, наверное, вот так вот бомбанем. Да? Потом. А
А что мы потом сделать можем? Наверное, сделаем вот так вот. Сделаем вот так вот. Ну и, наверное, вот так вот. Так, допустим. Есть у нас сумоист. Угу. Ну, а горсу не жить, это понятное дело, да? Так, сделаем вот так вот. Ну и, пожалуй, вот так еще сделаем. Поехали. Так, что нам сделать дальше? Дальше мы сделаем вот так. И вот так. Угу. Допустим. Эх, допустим. Так, охота. Давай это сюда так поставим. Поехали. Блин, у него набор карт. У него, друзья, набор карт. На земле. А, нет, не на земле. Вот это вот только уничтожит. Угу. Ну, бомбанем тогда вот так вот. Уничтожил, да? Давай сделаем так. Он уже не знает, где ему что надыбать, да? Поехали. Бонусная атака, да? 3-3-6. 6 в лицо, конечно, не особо хотелось бы получить. Так, ребят, сейчас будем превращать. О, 3 бонусные атаки. Нет, превращать мы уже ничего не будем. К сожалению. Ты знаешь, что я тебе скажу? Что вот эти вот 3 бонусные атаки, я не знаю, где он их надыбал, но 100% тебе скажу, что они у него изначально не были в колоде. И если бы сейчас не вот эти 3 бонусные атаки, я бы его сейчас просто раскатал бы как матрешку, понимаешь? Просто как щенка бы нагнул бы. Но не вышло. Ладно, давай ржавый разряд дальше. Попробуем розу наказать. Да, в принципе, что тут пробовать? Накажем сейчас, да и все ее. Да, единственное, что она может превращать. И если она сейчас будет выступать
через этих, ну, во-первых, добор солнца, это раз. А во-вторых, она может ставить вот этот, который повышает энергию заклинаний на 6 единиц. То есть вот здесь вот будет, конечно, очень плохо для меня, по крайней мере. Так что сейчас будем смотреть. Ну вот смотри, вот сейчас вот стоит сумоиста ставить или нет. Ну давай я поставлю, посмотрим. И вот самое обидное, что мне его придется сдвинуть. Вот сюда мы его сдвинем. Пускай стоит. Давай так сделаем. Ну, я думаю, что он, наверное, уже догадался, да, что у меня будет спортивная колода. А он, значит, будет на... либо на заморозках работать, либо на бобовых. Тут как бы... даже очень интересно, ребят. Ух ты. Вон, что он делает. Вон, что он делает, смотри-ка. Давай сделаем так, фиг с ним. Так, сделаем нафиг. И будет отлично. Само собой, ему это не нравится. Само собой, он сейчас захочет вот этого либо уничтожить, либо заморозить, либо превратить в какую-нибудь ерунду. Либо он рассчитывает, что сейчас сумоист ударит, когда будет ходить вот этот вот наш гладиатор. Мы попадем ему в блок. Вон, что он делает. Поехали. Значит, ребята, все-таки на бобовых. Значит, он все-таки решил сыграть на бобовых. Ну, что же. Не будем возражать. Этого мы уничтожим сейчас через валун. Знаете, что самое противное? Сейчас у него сработает блок. О, как делает. Ладно. Так, мы еще не проверяли, есть ли у него могила еды. Самое время проверить. Угу. Так, это он типа прикрылся, да? Даже вот так вот делаешь. Погнали. Пум-пум-пум-пум-пум-пум. Так, ну что, сделаем таким вот образом. Так, ну этого сейчас, естественно, он превращать будет. Либо замораживать, одно из двух. Молоточек. Так, этого замораживает. И что дальше? Все-таки подсолнух взял, да? Я боюсь, ребята, что потом он возьмет вот этого вот. Ну, я думаю, ты понял, кого он возьмет.
Ну куда он его поставит? Сюда? Или вот сюда? Наверное, сюда. А, вон у него кто? Вон у него кто? Плюс один все растения, да, получается? Ага. Поехали. Ну нафига ты, кукушечник? Эх, кукушечник. От тебя-то мне тут толку ноль, если честно. Блин, вот бы мне еще бы вирус, конечно, бы один. Было бы вообще хорошо. Угу. Да это то, что он там стоит, мне по барабану, если честно. Я думаю, стоит ли мне... Наверное... Да, давай сделаем. Так, у меня есть неуязвимка. Давай попробуем сделать так. Ты посмотри, а? Ты посмотри, ну как, ребята, вот это назвать, не, если это не везением, а как это еще можно назвать? Я не знаю, как это еще можно назвать. Поехали. Как этот мне хмырь бесит, а? Угу. Уже начинает, ребята, выискивать, вынюхивать что-нибудь там. Все, парень, больше у тебя нету места кого-то сюда поставить. Ага. Так. Погнали. Жалко, погибнет. Угу. Есть. Раскатали, ребятушки. Раскатали.
Я нас поздравляю с этим. Хороший был поединочек. Я, честно говоря, не думал до последнего, что мы выиграем здесь. Серьезно вам говорю. Ну, видишь, выиграли. Так, ржавый разряд. Так, нанесли растение. А теперь нам нужно прочерком нанести 5 единиц урона. Прочерком. Если я не ошибаюсь, а я, наверное, ошибаюсь, то по прочеркам у нас... А кто у нас мастер по прочеркам? Кто у нас мастер по прочеркам, а? Давай-ка посмотрим. Прочерки. Есть у нас, ребята, 5 единиц урона прочерком. Ну что, попробуем? Я знаю, что немножко... Немножко, ребята, как бы вам сказать-то... Немножко опасно играть за этого паренька, но другого варианта нет, тем более еще и цитрон. Ну, хотя бы кровожадность выпала. Если я поставлю сундук, это будет, ребят, глупо, да? Сразу, если поставить сундук. Это... Если ставить, то... Вот этого парня, наверное. Или как? Или телепортист? Нет, давай вот этого поставим. Оу. Станция трансформации нам выпала. Как думаешь, могилоед у него есть? Мы сейчас проверим. Вон у него что. Поехали. Даже не знаю, что сделать пока. Давай сделаю так. Да и хорош пока. Случайно его превращает. И кто у нас там появляется? Угу. Бесенок. Он хочет на орехах, что ли, тут все это дело разыграть? Угу. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Так. Как лучше сделать-то мне? Как лучше, друзья мои, сделать? Давай сделаем так. Угу. О, хорош. Поехали. Конечно, блин, урона наполучаем. Тут уж ничего не поделаешь, ребят. Тут уж ничего не поделаешь. Это ему не поможет. Ну, даже если он сейчас его прокачает, это тоже не поможет. Мы получим 6... А, нет, не 6. Меньше немножко, да? Угу.
Бонусная атака. Естественно, ему вот этот бесенок сейчас не будет давать покоя. Он сейчас будет что-то там думать. Надо было мне, наверное, поставить сюда. А, бонус на так я в любом случае не смог бы сделать. Он может защиту сейчас поставить, кстати, на себя. У него еще один такой. У него еще один такой, оказывается, цыплачок. Как бы тут лучше сделать-то? Давай, наверное, так сделаю. Если он сейчас этого ханурика мне подобьет, это будет плохо, ребят. Все, уже хана. Ну, это вот хмырье ему бомбу. У него нету бомбы горячки, ребят. Это вот этот уже паралитик ему дал. Опасно, я говорил. Но зато мы нанесли урон прочерком. Нам же прочерком надо было. Прочерком мы нанесли. Так, ну давай одну победную тогда сделаем с тобой каточку. Давай не за орех, например, сыграем, а за наш подсолнух. Посмотрим сейчас, прокатит против профессора. Ну, в принципе, можно. Профессор на заклинашках, блин. Скупердяи такие, ну да ладно. Кукуруза у меня здесь. У меня здесь кукуруза. Пока абсолютно нечего делать. Как ни странно, но опять же мне пока нечего делать. Давай так сделаем. Заклинание-то какое-нибудь у тебя же найдется же, я думаю. Профессор кислых щей. Телепорт там у тебя должен быть, я знаю. Наверное, курабущик это. А, во, как у него. Вот. Нанес мне 2 единицы в лицо. Мне бы энергию бы взять бы. Вот сейчас сидит и думает, кого бы поставить, да, и стоит ли ставить. Вот что он делает. А мы тоже с тобой поставим вот так вот. Создают случайного хмыря. И кто там у тебя? Ну, неприятно, конечно. Но мы его сейчас уничтожим. Мы его нагреем. Ну и, наверное, сделаем вот так.
Так, он добур. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Тюнь-тюнь-тюнь-тюнь-тюнь. Так, мишень. Угу. Так, если мне сейчас выпадет, я надеюсь, выпадет. Виноградина, ну, тоже пойдет, ребят. Виноградинка тоже пойдет. Давай так сделаем. Вон кто у него там. Не очень приятно, если честно. Так, ладно, сейчас мы сделаем следующим образом, ребят. Ставим клубнику и начинаем расстреливать. Поехали. Уничтожает. Так, я надеюсь, прилетит ему все-таки в лицо-то. Семерочка, ой, шестерочка. Отлично. Ну, там у него добор. Шаманит карты. А дальше нам что? Нам надо нанести одну единичку урона, ребята. И, в принципе, все. Одну единичку урона. Одну единичку урона. Больше меня ничего не интересует, ребят. Все. Этого достаточно. Все. Победа за нами, ребят. Там пускай он что хоть заставится здесь своими надгробиями. Нам абсолютно все равно. Почему? Ну, потому что мы вот так вот делаем с тобой. Понимаешь, да? Мы можем вот так вот поставить. Давай так сделаем. Могли бы и фруктовым миксом бомбануть. Ну, то есть, выбор здесь у нас был. Могли бы так ему нанести 3 единицы урона. Ну, в общем, подсолнух, как всегда, ребят, на высоте. Очень хорошо он себя проявил здесь. Очень хорошо нам выпали карты. Если кому интересно, ребят, вот, можете посмотреть, как выглядит эта колода. Вот. Я даже удивлен, что нам не выпал банан, нам не выпали ягоды. Нам сразу дали тяжелую артиллерию. То есть нам дали клубнику спортсмена, этого тренера, да? Вот эту клубнику дали. У нас был подстраховка, как говорится, этот кукуруза, но нам дали вот виноградину. И плюс, если что, у нас был отхил на плюс 10 хп. Но мы, как говорится, его не получили и не воспользовались. Также у нас была авокадо, ребят, которая наносит 5 единиц в лицо. И плюс молекулярка, но это если у тебя заставлен стол, как говорится, да, вот этими ягодами, там, всем прочим. Ты просто выставляешь ее, и они начинают превращаться в более сильных, как говорится, растений. Ну что, друзья мои, а на сегодня, пожалуй, я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.